Привет! Здравствуйте. Всем привет, ребята! Мы шоу «Импровизация», и мы здесь зачем? Затем, что наконец-то настал момент начать супертурнир «Москва-1». «Москва-2» уже вовсю соревнуется, уже кто-то вылетел на полгода, а кто-то прошел дальше, и наконец-то в бой вступают те 8 команд, которые мы выбрали. Мы выбрали на школе кастинги, который проходил в Москве, и прямо сейчас мы будем проводить жеребьев. Я сейчас перетасую все, чтобы вы не думали, что мы как-то... Да, тут сзади есть название команд, все по-честному. Перевернутые показывают, да? Нет. Какая разница? Главное, что вот, кайфовый Краснодар. Разницы теперь нет, ребят, перевернутые вы или да. Нет. Главное, что вы тут есть. Антон пока быстренько расскажет, как будет происходить жеребьевка, чтобы на ходу не удивлялись. Да-да, вот. Жеребьевка будет происходить очень просто. У нас есть 4 четвертьфинала. Это четвертьфинал А, четвертьфинал Б, четвертьфинал С и четвертьфинал Д. Соответственно, мы будем сначала вытащим 4 команды и распределим их по четвертьфиналам, соответственно, в первой строчке. А потом мы вытащим 4 команды, которые становятся соперниками тех предыдущих 4 команд. Понятно? А потом вы победитель на победителя, победитель на победителя, победитель на победителя. Все уже будет понятно, кто с кем, кто когда. Если вы не можете приехать, ваши проблемы, вам засчитывается 6-0. И, возможно, у нас будет даже своя группа смерти. Возможно. Сереж, ты хочешь тянуть вперед? Уберите руки, я мешаю, буду говорить, когда можно тебя. Да, давай. Некоторые команды выбирал Сергей, некоторые я, некоторые Антоша, некоторые Арсений. Кому-то кто-то нравится больше, это не секрет. Сережа вообще не помнит, кто был на фестивале. Я вообще не помню, что на фестивале. Я вообще был за Воронеж, который уже вылетел в Москве-2. То есть я был неправ. Кто хочет первым тянуть? Руки убери от стола. Я. Тяни одну команду. Итак, в четвертьфинал А отправляется команда Такие Томск. Такие Томск, yeah! Четвертьфинал А в самом... Если нету поезда на четвертьфинал А... Арсений не специально здесь, чтобы записывать. Да-да-да, он сегодня не скажет ни слова. Такие Томск откладываем сюда. А лучше бы ни слова не сказал Сережа, да, вы так думаете? Но потерпите чуть-чуть. Нет, я просился писать. А итак, вы? Сейчас мы выберем команду, которая отправится в четвертьфинал Б. А я потяну теперь, да? Да. Я! Четвертьфинал Б. Не так важно. Не так важно. Первый. Попадает. В четвертьфинал Б отправляется... Неудержимый Нижний Новгород. Неудержимый Нижний Новгород. Честно говоря, мне очень нравится Нижний Новгород. Я прям надеюсь, что здесь им попадется кто-нибудь очень слабый, типа... Типа Сергея Матвиенко. Да. Сейчас смотрите, сам граф Поповский вытащит одну команду. Давайте. Итак, в четвертьфинал С отправляется. На меня смотрит вот эта карточка. И это команда Разные Москва. Мы ни за кого не болеем. Разные Москва, записывайте. На самом деле Разные вообще не из Москвы. Да. Ну и смотрите, сейчас... Извините, мы сейчас в отель, я там пришел в метродотель. Я сейчас выберу одну команду, и это будет команда... Четвертьфинал Д отправляется! Сносный Ростов-на-Дону! Сносный Ростов-на-Дону! Вы вот такие, чуваки, сносные. Ну вы реально сносные, вас можно смести. Как... РНД. О, я выберу первого. Так, ну что, теперь начинается волнительно, потому что теперь мы выбираем соперника. Сейчас вы будете узнавать, кто у вас. Я выбираю для таких, потому что для неудержимых я не могу, они же мои. Итак, четвертьфинал А. В пару к команде такие Томск. Томск, давай. Секунду, важный момент. А надо, может быть, цвет поменять фломастера? О, Арсений, неплохое предложение. Синий. Уважаемые такие Томск, если вдруг я сейчас кого-то вытяну, вы потом скажете, что продули из-за того, что у кого-то рука несчастливая, помните, если вы продуете, то вы продуете только потому, что вы не смешные. А давайте вспомним, кто здесь остался. Секунду, кто может попасться Томск? Давайте без проверки нас на прочность. Я просто уже выбрал, но сейчас начал говорить. Итак, четвертьфинал А, такие Томск, к ним отправляется... Кайфовый Краснодар! Yeah! Синий не пишет. Соответственно, кайфовый. Вы тоже, если вдруг вы будете в случае поражения винить меня, то помните, побеждает сильнейший. Мы не при чем.
Я вообще за Нижний Новгород. Итак, первый четвертьфинал у нас такие против кайфовых, Томск против Краснодара. Следующих путей. Готов я. Не удержи. А, подожди, не ты. Да. Почему? Пусть граф тащит. Нет, просто, пожалуйста, Антоша. Ладно. Да. Все решается легко. Хорошо. Теперь, итак, теперь ты граф. Да, теперь я. Четвертьфинал Б. В пару команде неудержимый Нижний Новгород. Отправляется. Вот эта команда? Вот да, это? Вот эта команда. Что это за команда? Оглашай. Ну, давай, как ты думаешь? Толстые. Так это тотальный Москва! Тотальный Москва! Хана кому-то из вас. Либо я неудержимым, либо тотальным. Ты с ошибкой написал? Тотальные. 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 Опа, мать звонит, нельзя, нельзя. Так. Оказывается, можно. Это мельчизна. Кстати, да, я да. не знаю, насколько это удачное зрение или неудачное для кого-то из этих команд. Мы посмотрим. Но, Арсений, ты зря пишешь ошибки. Осталось всего две командушки. Итак, четвертьфинал С, в котором уже есть разные Москва. Арсений, кто же будет соперниками? Интеллектуальный выбор. Шишел, мышел, пернул, вышел. Соперниками разных становятся... Лютые! Тамбов! Тамбов! Лютые. Такие были? На самом деле, теперь же понятно, кто тут, да? Да, абсолютно. Я просто помню все команды. Сереж, нет никакой интриги, соответственно. Знаете, почему я так сделал? Я ненавижу выбирать. Просто подниму карточку, прочитаю. Трезвый Брянск. Трезвый Брянск! Брянск, вы попадаете на сносных. Трезвые и сносные. Пока вы трезвые, вы сносные. Все. Это человек, возможно, будет сидеть в жюри. Да. Итак, друзья, все, жеребьевка прошла. В четвертьфинале А встретятся такие Томск и кайфовые Краснодар. В четвертьфинале Б неудержимый Нижний Новгород, тотальная Москва. В четвертьфинале С разные Москва и лютые Тамбов. И в четвертьфинале Д сносный Ростов-на-Дону и трезвые Брянск. Желаем вам удачи, ребята. Всем удачи, ребята. Увидимся на играх. Сцены Москва-1. Импровизация команды. Я все сказал. Yeah, boy.